По ту сторону решетки вынесен приговор бывшему начальнику Кохамской колонии поселения номер 13. В суде было доказано, что офицер, злоупотребляя должностными полномочиями, использовал труд спецконтингента в личных целях. Двое осужденных ремонтировали квартиру сослуживца подсудимого. За рабочими надзор сотрудники УФСИН не осуществляли, не контролировали выполнение распорядка дня. Находясь без надзора, осужденные фактически не отбывали наказания. Факт преступления обнаружили специалисты УФСБ. Суд признал экс-начальника колонии виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с 2-летним испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил. В течение нескольких дней июля 2015 года начальник колонии поселения, нарушив правила внутреннего распорядка указанного учреждения, превысив свои полномочия, самовольно выводил 2 осужденных с территории колонии, расположенной в городе Кохме. Указанное должностное лицо доставляло осужденных в квартиру в городе Иваново, где давал мужчинам указания о производстве ремонтных работ без соответствующей оплаты труда.